Я хотел это наверху сделать, но так я, как я подумал, что сразу все бросятся к столам. Вот, это вместо тоста. Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леши, ты в 20 встретил год 37-й. Теперь он иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера, скажи, на сердце руку положив. Ведь знай, Лаврентий Палыч, вот умора, кем станешь ты, остался бы ты жив. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нервов суетой. Сказал бы Николай Робертович, щура, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны ножевой. Твой добрый человек из Сизуана живет еще, спасибо, что живой. Зачем гадать цыгану на ладонях? Он сам хозяин над твоей судьбой. Скачи, цыган, на деревянных конях, гони коней, спасибо, что живой. Быть или не быть, мы зря не помарали. Конечно, быть, но только начеку. Вы помните, конструкции упали, но живы все, спасибо Дубаку. Марата нет, его создатель странен, за турандот Пекин поднимет вой. Можайся, брат, твой Кузькин трижды ранен, и все-таки спасибо, что живой. Подождите. Любовь, надежда, Зина тоже штучка. Вся труппа на подбор, однако одной. И мать их, Софья, золотая ручка, скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, им пьющим лучше б транспорт гужевой. Подумаешь, один упал со сцены, скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы, зажали праздник полувековой. 13 лет театра, как зачеты, один за три, спасибо, что живой. 160 при медицине этой, путь-пу не сглазить, только вот седой. По временам на седину не сетуй, скажи еще спасибо, что живой. Позвал Милан, не опасаясь риска, и понеслась, живем-то одного. Теперь Париж и близко Сан-Франциско, и даже, не поверите, Москва. Париж к Таганке 10 лет пристрастен, француз так театр путает с тюрьмой. Не огорчайся, что не едет мастер, скажи еще мерси, что он живой. Лиха беда, лиха беда, настырно и глазаста, устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит за ста, и мы споем «Спасибо, что живой!» Пей, атаман, здоровье позволяет! Пей, куриной, когда-то кошевой! Таганское казачество желает добра тебе, спасибо, что живой! Момент, момент, момент. Одну минуту, Юрий Петрович. Юрий Петрович,
Извините, прозаический момент, товарищи. Вечер окончен. Значит, извините, от комитета веры, надежды, любви это перестает быть вечером театра и становится вечером дома Юрия Петровича. Значит, просьба гостей, которых пригласил Юрий Петрович, пройти к нему в гости. Остальным до свидания. Господа приглашенные, друзья, близкие, родные, просьба выпить за здоровье Юрия Петровича. Прошу поднять бокалы. Большое благодарю вас за внимание. Товарищи, друзья, сейчас первое слово родственникам Давиду Петровичу Любимову, который и начнет это сегодняшнее празднество. Сейчас, я бы не упал. Я прошу внимания и тишины. Товарищи, я самый старший в роду Любимовых, и поэтому имею право сегодня в честь брата сказать несколько слов. Очень кратко. Дорогой браток, большой советской энциклопедии сказано о твоем творчестве всего несколько строк. Но мы, благодаря коллективного нашего семейного труда, подготовили материал, вернее, собрали его и подготовили его и напечатали в этой книге. Юбилейной книге, которая посвящена Юрию Петровичу Любимову. Ну, тут, наверное, очень много писателей и поэтов, поэтому они знают, что такое издать книгу в двух экземплярах. Сам издат. Все, что написано на стене. Вам знакомо это лицо? Ну, тут мы написали очень много. А это из афиш мы сделали суперобложку. Из афиш сделали суперобложку. Ясно, Володя? Конечно, ну, все. Мне это ясно. Ну, браток, вручаю тебе. И хочу сказать только буквально очень коротко. Как бы возрадовались наши крепостные крестьяне-прабабушки, крепостные крестьяне, дедушка Захар, бабушка Агафья, наши незабвенные дорогие папа и мама, если бы сегодня увидели себя в окружении друзей, товарищей, родных, полного сил, энергии, бесконечной и дьявольской работоспособности. Я бы сказал даже сильнее. Сила твоего предвидения покоряет очень многих. Дорогой Юра, дорогой наш замечательный большой человечище, разреши пожелать тебе в этот юбилейный день, чтобы всегда тебя сопровождало здоровье, вдохновение, вера в людей и любовь к нам, самым близким. Поздравляю тебя от всех нас. Выпивайте и закусывайте. За здоровье Юрия Любимова! Ура! Петрович, возьмите бокал. Дорогой Шев, я предлагаю вам все-таки
когда хотите, что-нибудь скажете. Нет. Не нужно вести. Не надо, если... я не буду. Не надо. Нет, Можаечка это скажет. Кто захочет, тот и будет. А конечно. Я ему поэтому и говорю. Он когда захочет, скажет. Поэтому не надо. Правильно. Хорошо. Володя! Володю! Высоцкий! Ты где? Пока не пьяные. Да. Слово представляется. Слово представляется Сергею Капица. Придется, наверное, наверх идти. Нет, несмотря на то, что у нас было 60 лет для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню, которого мы все делятся как нетерпение и огорчение, ожидали его. Микрофон. Я долго не знал, чем выразить свое отношение к сегодняшнему юбиляру, пока я не принес в этот театр вот этот предмет, который по существу напоминает бомбу. Наверное, это будет первый театр, на фронтоне которого будет написано, что в театр с бомбами можно появляться. Поэтому я осмелился эту штуку сюда принести. Потому что это есть некий предмет, который, с моей точки зрения, отражает личность Юрия Петровича. Это есть кристалл, заключающий в себе молнию. Это есть ваш характер. Это настоящая молния. Это очевидные и невероятные. Замечательно. Если эта молния была бы в воздухе, она бы распространялась на сотни метров. Здесь она сжата в этот кусок стекла. Чтобы против того, чтобы распространялась... Это уж относится невероятно. Серьезно? Абсолютно серьезно, это всякого обмана. Это плексиглас, причем он действительно взрывчатый, его надо с ним осторожно обращаться. Да? Но он ничего, я как бы от фирмы дает гарантии. Его облучают частицами высоких энергий. В нем накапливается электричество, пока не происходит этот разряд. Это точно то же самое, что молния. Только молния, если это было бы в атмосфере, воздух гораздо разряженнее этого стекла. Эта молния распространилась бы на сотни метров. Настоящая молния. Какая-то больше Исаакиевского собора. Здесь это все собрано вместе. Я могу вам ее подарить. Это вы. Это вы. Юра, ты стал обладателем того, о чем я мечтал. У моего друга. Это настоящая, Юрий Петрович, это невероятная штука. Вы не представляете. Это уникальная вещь. Что это в кристалле. Каждый из них неповторимо. Это... И уникально. Но ваш красивый. Дорогие товарищи, по возможности, когда выступают люди, они же ведь от чистого сердца, вы их прислушиваетесь к ним. Слово представляется Владимиру Ивановичу Попову, заместителю министра культуры СССР, человеку, который с нами очень много общается, потому что мы стали теперь модным заграничным заведением. Ну, насчет этого я должен сказать, что не поэтому я с ними общаюсь. Володя преувеличил. Но если есть две минуты внимания, позвольте мне сказать то, что я думаю. Во-первых, сегодня день веры, надежды и любви. Я уже наслышал о том, что один мой старый полный друг сегодня использовал этот момент во время дневного вашего поздравления. Поэтому я позволю ограничить себя только первой частью. Я должен вам сказать, что у меня мать Вера, и моя внучка тоже Вера. Я хочу предложить тост за Веру. За Веру в то, что Любимов всегда останется таким молодым, какой он есть. За то, что за веру в то, что Любимов будет всегда нашим
советским, острым, смелым, разбойным Любимовым. За веру в Любимова, за веру в нас с вами, за веру в наше искусство я сегодня предлагаю выпить. Нет, сразу будет тихо. Как ты скажешь, будет тихо? Нет, Боря. Нет, 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 нет. Нет. Федор Александрович, я тебе ручаюсь за тишину. Давай. Скажи, Федор скажет, и я скажу. Давай. Нет, погоди, Федор. Там сейчас очень шум, ты же набросишь все на воду. Сейчас немного рассосут. Нет, потом будет хуже. Я считаю, что... Здесь Жванецкий, который, значит, просит, чтобы потом рассосут. Федор, а вода? Сейчас никто не хочет. Чего? Ну что, нет. Мы выпьем за устроителя вечера? Обязательно. За Когана, за... Ага, обязательно, это я поблагодарю. Я сейчас. А то я уж приготовился-то. Давай. Ну, может, рано, может, попозже. Нет, наоборот, надо сейчас пока не перепилить. Ну давайте я скажу. Они тебя послушают? Естественно. А? Конечно, послушают. Ну, надо наверх туда. Зачем? Они меня так услышат. Внимание, внимание! Попрошу абсолютной тишины. Повторяю. Внимание, внимание. Попрошу абсолютной тишины. Сейчас принесут лигнину. Попрошу абсолютной тишины. Господа! 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 Попрошу абсолютной тишины! Абсолютной тишины! Шум продолжается. Придется предоставить слово Юрию Петровичу Любимову. Я очень коротко, мне не положено говорить. Дорогие товарищи, да вы что? Я хочу, чтобы все присутствующие гости, я хочу выпить за своих товарищей, с которыми я работаю 14-й год, и с группой дорогих моих учеников, с которыми я еще раньше в училище, пытался, так сказать, что-то делать. Я хочу поблагодарить всех тех моих дорогих товарищей, с которыми я столько лет проработал, за то, что они вот все это сделали своими руками, потому что с утра мы репетировали, потом, значит, были всякие встречи, потом играли спектакль, а они в это время сделали, что вот так можно было нам встретиться. Я предлагаю выпить за моих товарищей, которые все это мне устроили. Я очень глубоко тронут и благодарен им за этот вечер. Большое вам спасибо. Спасибо Илье Ароновичу Когану и Вениамину Борисовичу Смехову. Спасибо. Бориса, ты скажешь что? Вень. Всем забудь. Откройте окно! Откройте окно! А как это открыть? Дорогие товарищи! Дорогие товарищи! Товарищи, я даю слово нашему дорогому автору Федору Александровичу Абрамову. Я попрошу тишины.
Ура! Ну, откровенно говоря, вы тут... Товарищи! Ну, как вы сами понимаете, говорить после всего того, что здесь было, начиная с 2 часов, после того, что мы слышали и видели, это и трудно, это и страшно. Да, откровенно говоря, я и небольшой любитель... Молчать! Абрамов говорит! Но меня совсем смутили. В общем, я что хочу, с чего хочу начать? Я хочу сказать, что выступать сегодня необычайно трудно. После того, что здесь было, что мы видели и что слышали. Да к тому же, уж если говорить на чистоту, я и небольшой любитель юбилейного жанра. Редко получается попадание, а больше скука, казенщина и излишняя театральная гиперболизация. Сегодня юбилей без дураков. Сегодня это праздник. Праздник искусства. Праздник таланта небывалого. Если хотите, фантастического. Товарищи, имейте совесть. В котором, может быть, соединилось все то, что требует сегодня наше время. И еще я хочу сказать вот что. Я очень рад, что наш юбиляр, мой друг Юрий Петрович, сегодня или вчера удостоился высокой правительственной награды. Я понимаю вас. Понимаю. Награды бывают и выше. Мне надоело быть жандармом. Я понимаю ваше оживление, ваше, если хотите, даже некоторое смущение и недоумение, когда я сказал, что что я рад по поводу того, что наш дорогой юбиляр удостоился высокой правительственной награды. Правильно! Награды бывают выше, награды бывают больше. Но не забывайте, наш лучший, наш талантливейший поэт Александр Твардовский в день своего 60-летия удостоился тоже ордена Трудового Красного Знамени. Я хотел сегодня говорить о Таганке всерьез, но вы же пьяные. Да я, в общем-то, под парами. Скажу только вот что. Я вчера из Финляндии и ехал на этот юбилей. И с ним я человек откровенный и прямой. Я ехал на этот юбилей и с радостью, потому что это юбилей Юрия Любимова, режиссера номер один. Но я
скажу прямо, я ехал и с немалым страхом, потому что мне предстояло смотреть новую его работу. А я отношусь к искусству серьезно. Это моя работа. Это мое тело, которому я посвятил свою жизнь. И от которого, от искусства, я жду немалого. Слава Богу, мои опасения не оправдались. То, что я сегодня увидел на сцене, это грандиозно! Это потрясающе! Это спектакль! Театральное действо! И человеческая трагедия и комедия всех времен! Юрий Любимов в пути. Сегодняшний день — это не только день его ликования, его заслуженного торжества, но это и день его забот, его тревог, его будущих посевов. Мастер Маргарита, и я в это верю. Это вершина, но это все-таки пока веха в его пути. И я убежден, за мастером Маргаритой он поведет свою повзрослевшую команду, уже не бригантину флебустьеров и юнцов кое-как, оснащенную когда-то и выведенную на страх и риск в открытое море. Он поведет корабль, оснащенный современной техникой, и, я уверен, поведет на глубины и широты народной жизни, под меридианы, где ревут и где ревет и кричит наш век. Ура Любимову! Ура! Ну давай, стой, стой. Я знаю, как он работает. Дорогие. И доказывает Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем легкую музыку. Товарищи, ну не за этим же вы собрались, честно-то говоря. Это же можно делать и дома. Артисты и примкнувшие. Внимание, тишина! Тишина! Вот здесь шумят, вот в кармане, вот в этом шумят. Коля, Никита, ребята, тихо, тихо, тихо. Чш-ш-ш. Внимание! Так, товарищи, гости! Гости! Гость пошел какой-то странный. Товарищи, к нам пришел в гости Михаил Жванецкий. Я попрошу внимания и тишины. Каждый близ стоящего угомоните, пожалуйста. Товарищи слева, дорогие.
Тишина! Товарищи, закончите, но проявите воспитанность элементарную, ну. Я все равно буду говорить, и никакой роли не играет. Из человека в шприц что-то можно выдавить. С листа собрать чернила в авторучку. С газеты на матрицу буквы снова перевести. Свинец переплавить. Свинец вывести на среднерусскую возвышенность и снова закопать. Снова гору возвести по фотографиям. Дрова в деревья перевести, нейлон в уголь, уголь в шахты. Воду из чайников в реки вылить. Костюмы наши распустить, свалять. Стриженным овцам сшить тулупы и надеть на них с извинениями. Телевизоры разобрать, медь отдать хозяйке Медной горы. Стекло растолочь и снова в песок на берег реки. По проводам пойти, разыскать электростанции, разобрать. Воду слить, мазут в скважину закачать. Землю по фотографиям и наскальным рисункам восстановить. Пушки в руду перевести, отвезти на Курскую магнитную аномалию, где и разбросать. И все это время не стричься, не бриться, и зарастать начать, и продолжать зарастать. И уже этой шерстью согреваться, и по деревьям, по оставшимся рассесться. Ничего не значащие слова. Эй, здоров, как дела? Ты все еще здесь, я все еще там. Заменить гортанными криками и курлыканьем. И сидеть на деревьях, каждый на своем, цепляясь за ветки сильно рыжими ногами и провожая упавшего равнодушными взглядами, не приспособился. За самым заросшим, самым приспособившимся, у которого уже первые признаки хвоста, мчаться в апельсиновую рощу и сидеть, чистить, бегать, спать, есть и снова бояться львов и тигров, а не этих своих товарищей. Значит, все, что я говорю, я посвящаю Юрию Петровичу, но рассказываю для вас. Сила воли, принципиальность, честность, все у нас есть, но их еще не проявляем, время еще не пришло. Рано пока. Это ж такие орудия, что из них по равьям не бьют. Да, согласен я и поддержу там эту муру. Что же я из-за этой чепухи потрачусь? Я говорю себе, потерпи. Я обязательно скажу то, что думаю, но не сейчас. Ничего, 30 лет не говорил, еще не скажу. Мой час прогремит. А силу воли я на периферии тренирую, в горах Кавказа и Алатау, в связке с молодыми людьми. Это я только жалкую часть назвал. Сила воли, принципиальность, а взаимопомощь, а выручка, все у людей есть. Большая беда нужна. А так негде, что мы чикаемся? В поликлиниках не поможем, лежащего не поднимем, ночевать к себе не пустим. Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, с этим нет. Разведка нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла, без ракет. Вот где люди проверяются. Хорошие, хорошие, плохие, плохие. Время спокойное, пытки выдержишь? Дай уколю, дай прищемлю что-нибудь. Скажешь или нет? Не знаю что, главное, будешь молчать или нет? Не имеет значения, что говоришь, что ты вообще знаешь. Ты даже если знаешь, ничего интересного не скажешь. Если даже захочешь. Поэтому я говорю, а принципиальность, смелость не расходовать на муру на производство, нажать на каждый. Да, посидел, проголосовал и пошел. Недостатков столько, знаешь, один вырвал, прошел дальше, а они сзади же заголосили еще гуще. Так что каждый так и умирает честным и смелым, все сохранив в неприкосновенности. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под Жигулями, а в степи под курганом. Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где свои, где чужие, нечетко, размыто. Ни черта нельзя понять. Вот если б все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Поэтому правильно поется в песне, как только ты прикажешь, я не стружу, товарищ время, товарищ время. Будет приказ, не струсим, а без приказа сидим сами по себе. Пока. Примерно. Спасибо большое. Давай еще маленькая. Ребятки, коротенькая. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, говорят то, о чем не слышали.
читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят, железная закономерность вырастает из одних парадоксов. По сегодняшней... Открыты. По сегодняшней статистике больше всего после юбиляра было произнесено слово «Можаев», так или иначе. Даже в сегодняшнем робком, то, что у нас называется «тагашник», а в других театрах «капустник», называлось словом «Можаев», спектаклем «Кузькин». Это один из самых дорогих людей, это для тех, кто не в курсе, кто просочился. А для тех, кто не просочился, а по праву здесь находится, это достаточно для того, чтобы постоять молча. Слово Борису Андреевичу Можаеву. Обращаюсь к твоему милому другу Юрию Петровичу Любимову. Смотрю на вас, на всех, вот на товарища Попова, стоящего здесь, ближе всех ко мне. На Федора Александровича, который только что отговорил с этой высокой трибуны. На все радостные лица, на улыбки, на столы на эти. И говорю, да, правы и Попов, и Абрамов, и все, которые здесь выступали, сегодня праздник, Юрий Петрович. Праздник для тебя самого, прежде всего. Для нас, друзей твоих, для всех любителей театрального искусства и поклонников твоего искрометного таланта. Ты шел к этому высокому рубежу, как и подобает истинно русскому художнику, по прямой и крутой дороге. Ты шел не один, ты шел не с пустыми руками, ты нес на плечах своих беспокойную тяжесть в обиходе нашем, называемую правдой жизни. Ты сам взвалил на свои плечи эту беспокойную тяжесть по охоте, по любви, по тому запальному азарту совести, которая называется гражданским долгом. Ты шел не в гордом одиночестве. В затылок к тебе, равняя строй, держа оборону на марше, шла гвардейской выправки твоей выучки, Юрий Петрович, знаменитая таганская дивизия. Ваш марш-бросок был настолько стремителен. Ваши победы на театральном поле боя были настолько блистательны, что недругам вашим ничего иного не остается делать, как втихомолку шкодить или наносить удары из-за угла. Вы с достоинством необыкновенным сносите и сносили эти незаслуженные удары.
продолжая свое святое дело, служению народу с несгибаемой волей, ибо вы есть настоящие чудо-богатыри. И недаром в честь ваших побед звучали фанфары в Москве, в Белграде, в Будапеште, в далеком Милане, а впереди Париж, Нью-Йорк, впереди Лондон, Нюрнберг. Я больше чем уверен, что вы сможете завоевать и покорить весь мир. Дорогой Юра, помимо этих юбилейных за здравий и шуток, я хочу тебе сказать вот что. Тебе, близкому другу, дорогому сердцу моему человеку, я горжусь нашей дружбой. Я радуюсь, знаю, что эта дружба не позволит мне кривить душой, отойти, отвалить в сторону, когда дорога к цели кажется совершенно непроходимой. Всю свою жизнь под этими стенами, проведенную тобой, со всеми своими спектаклями, ты продирался, как через проволочный забор в три кола, обдирая руки и лицо. Да что лицо? Душа твоя кровоточила. Все нутро твое звенело от напряжения, от этих незаслуженных обид и оскорблений. Но ты не отвалил в сторону, ты выстоял, ты выходил на люди хотя ободранным, и люди, зрители твои, еще с большим восторгом приветствовали, принимая твое правдивое огненное искусство, потому что знали, как оно тебе дается. Да-с, такова судьба истинного художника, мастера. За любовь народную приходится платить дорогой ценой. Наветы, бюрократические проволочки, запреты, всевозможные продление, возвращение и запреты, запреты. Ни одного спектакля без них. Есенина, Маяковского, даже Пушкина запрещали у тебя. Надо обладать богатырской силой, чтобы не сдаться, не надломиться, не впасть в отчаяние и уныние. Великолепно знающий это прославленный русский писатель Михаил Булгаков превосходно описал это, показав нам мастера, которого ты демонстрировал, и все вы сегодня блистательно на сцене. Там как раз показан такой случай, когда мастер не выдержал, надломился, впал в отчаяние, в уныние. А уныние, как известно, большой грех. То-то и благо, дорогой Юрий Петрович, что ты у нас оказался мастером своенравным. К нашему всеобщему счастью ты несгибаемо несешь в себе этот свет, который великий наш Пушкин назвал разумом. Да здравствует разум, да скроется тьма. Многие лета тебе, мой дорогой друг.
дорогие гости, я предлагаю тост за Можаева! Ура! Юрий Петрович, мы хотим от имени... Мы к вам пришли выпить. Сейчас, одну секундочку, я выпью. Это сейчас. Сейчас я... Вы же из Омска, вы же Амич, мужик здоровый, крепкий. Выпьем за выносливых монгольских лошадей. Внимание, гостей, встречающих и провожающих. С 2 до 4 вас ожидает такси у центрального входа. Повторяю, внимание отдыхающих, желающих, прощающих родных и близких. Вас ожидает такси у центрального входа. Я вас не понял. Я-то лично дойду, я рядом живу. Я беспокоюсь о тех, кто далеко живет. А за маленьких монгольских лошадей кто выпьет? Юрий Николаевич, я вас прошу, за маленьких монгольских лошадей. Володя, добавь верхов. Если убери. Володя, добавь верхов. А? Низы, давай. О, все. Да. Я вас прошу выпить за маленьких монгольских лошадей. Прошу поднять бокалы. Спасибо. Спасибо. Друзья театра. Родные и близкие, прошу поднять бокалы за монгольских лошадей. Желающие поехать домой, вас ожидают такси у центрального входа. 20 штук. Спасибо за музыку.